Мобильной связи от Ростелекома теперь могут пользоваться жители Кубани. На юге России новая услуга также представлена в Ростовской и Волгоградской областях. На наш взгляд, мобильная связь – это логичное продолжение универсальности оператора, каковым является Ростелеком. И теперь уже все услуги, к которым привык клиент, он сможет получать не только дома, но и вне его. Ну, например, на смартфоне вы теперь сможете смотреть тот же набор каналов, на которые подписаны и дома. В список мобильных услуг входят интернет, интерактивное телевидение, голосовая связь. Как отмечают специалисты, новый сервис будет интересен и представителям бизнеса. Основным преимуществом для юридических лиц появления у Ростелекома мобильной связи мы видим в том, чтобы с одного договора, от одного оператора, в рамках одного режима обслуживания, помимо тех услуг, которые сейчас юридическое лицо получает, оно еще и получало мобильную связь. Для первых абонентов подготовили приятный подарок. Звонки между мобильными и стационарными телефонами оператора бесплатные. Получить подробную информацию можно на официальном сайте.